Друзья, всех приветствуем на канале Постантехник. Меня зовут Павел. Сегодня у нас на реализации трактор МТЗ-82.1 2006 года выпуска, в отличном техническом состоянии. В общем, никаких вложений на данный момент не требует. То есть резина, двигатель, все в отличном состоянии. Работал он на шеловском масле. Двигатель сухой. Полностью в отличном состоянии. По кабине остекление все целое, никаких трещин. Фары, зеркала, все на месте. Колесо заднее левое, протектор, остаток протектора на процентов 70, все оно еще будет отлично ходить. Никаких порезов боковых нет. Передняя левая также в отличном еще состоянии. Боковых порезов нет. Диски целые. Протектор. Тут даже, наверное, больше. Процентов 80 остаток. В общем, трактор в тяжелых работах не участвовал. Максимум, с чем он работал, это сеялкой и опрыскивателем. В общем, даже видно, фары подняли. По пшенице высокой не видно. Ничего не светит, когда опрыскивает. Тут также видно, что потертости от того, что бегал по пшенице с опрыскивателем. В общем, все честно. Правое колесо переднее также в отличном состоянии. Все видно, протектор отличный, порезов нет. Кабина с правой стороны. Отлично, есть. Двигатель сухой. Не на всех тракторах МТЗ такой двигатель сухой может быть. Но это все отлично. Так, передний мост. Также потеков масла нет. Кардан на месте. В общем, отлично. Тут даже видно, кардан потерся. Пшеничку. Краску вытерла. Под кабиной сухо. Заднее правое колесо. Остаток протектора процентов 70. Также никаких критичных замечаний. Порезов никаких нет. Кабина сзади, остекление целое. Фары целые работают. Вал отборной мощности менялся еще на советский. То есть плюс в этом еще трактора. В общем, идеально. Для своих лет он прекрасно выглядит и работает. Кого заинтересовало, обращайтесь. Все подскажем, все расскажем. Если не хватит видео, сможете сами приехать. Заведем его, проедетесь и примите решение о приобретении. Всего доброго, до свидания.